Алло, Владимировна, здравствуйте. Мы вас пришли поздравить, всех кременчужан, с рождением малыша. Хотим пожелать вам крепкого здоровья, ему крепкого здоровья. Первых двоих детей рожала тут, ну, в этом роддоме, и третий также. Понятно. То есть это третий ребеночек? Да, третий ребеночек. Ясно. Как вы малыша назвали? Максимом. Мы хотим вашему Максиму, вашему сыночку подарить вот такой сертификат на 5000 гривен. Это вы можете купить для ребенка все, что нужно. Там и пеленки, и какие-то, может, мебель детскую, игрушки. То есть есть магазин, девочки сейчас расскажут, где это можно сделать. То есть в течение там 2-3 месяцев можно выбрать для малыша подарок, который вы считаете вам самый нужный в этот день. Это от всех кременчужан вам такой небольшой подарок. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Хотели, чтобы было на Новый год, да, потому что мама сама родилась тоже 1 января, и ожидали, что ребеночек тоже родится на 1 число.